Зрители радуются их премьерам и часто плюются после сеансов. Зомбированно смотрят на простыни экранов, забывают жевать попкорн, пихают соседа локтем и вопрошают «Видал?». Они созданы лишь за одним – развлечь, и в исключительных случаях копают глубже. Блокбастеры, наполненные компьютерными эффектами и трещащие по швам от миллионных бюджетов. Опоры мейджеров и в зависимости от степени успеха, гордость или досада продюсеров и студийных боссов. Мы взяли на себя ответственность провести вас по фарватеру, минующему интеллектуальное, независимое, артхаусное, да и вообще узкопрофильное кино. Центральные объекты нашего видео именно дорогие, развлекательные фильмы, насыщающие зрелищами привычную будничность. Третья часть «Железного человека» еще не вышла, ее уже пнули за подражательство атмосфере Нолана, усмотренную в первых рекламных видео к новым приключениям Тони Старка. А все потому, что представлять «Железного человека» с серьезным лицом не камильфо, и зрители не того ждут и с канонами не вяжутся. Перехвативший эстафету на режиссерском посту Шейн Блэк, между прочим, когда-то самый высокооплачиваемый сценарист Голливуда, открещивается. Дескать, показалось и точка. Что не вызывает вопросы — зрелище. Персональный апокалипсис Старка устраивает известный во вселенной героя персонаж Мандарин в исполнении уже привычного в амплуа злодея Бена Кингсли, и делает это, как и подобает великому антагонисту, без жалости, с помпой и нравоучительными речами. Короче говоря, достойный соперник для, скорее всего, последней части саги о Железном Человеке. По крайней мере, с Робертом Дауни-младшим. Кажется, что ваш мир в безопасности. Это иллюзия. Наслаждайтесь последними мгновениями спокойной жизни. Сняв в 2009-м «Звездный путь», Джей Джей Абрамс совершил доброе дело для большей части человечества, которое обычно отвечает кулаком в лицо на жест, обозначающий у вулканцев пожелание мира и добра. Проще говоря, помог людям, незнакомым с талмудами и заветами сотен серий культового в Америке сериала, поверхностно разобраться в хитросплетениях этой богатой вселенной. На клингонском, конечно, никто не заговорил, но отличить Спока и капитана Кирка теперь могут почти все. Возмездие, причитающееся по всем законом успеха продолжение приключений команды корабля Enterprise. Притом, как бы пафосно ни прозвучало, сиквел пока представляется одним из самых красивых, стильных и зрелищных фантастических фильмов. Такое умеет вытворять только Абрамс. И пусть по тизерам судить моветон, одно уже можно сказать точно, для фанатов этот фильм будет настоящей отрадой, даже для всех остальных прекрасным развлечением в ожидании седьмого эпизода Star Wars. Найт Шьямалан в недалеком прошлом автор совершенно уникальных сценариев. «Шестое чувство», «Неуязвимый», «Таинственный лес», проглотив обиду за растерзанные на лоскуты девушку из воды и повелителя стихий, возвращается с размашистой фантастикой после нашей эры. На этот раз история написана третьими людьми, Найт не имеет к ней отношения и сосредотачивается исключительно на режиссуре. Проект загадочный и нерастиражированный. Если в лоб — это космическая фантастика, постапокалипсис и привычный для боевиков Уилл Смит. Присмотревшись же, выясняется, что Шьямалан планирует порассуждать о теме отцов и детей, преодолении себя и спасении близкого во что бы то ни стало. Кубриковской глубины притча — это, разумеется, не про после нашей эры, однако случиться может всякое. И, возможно, еще придется пожалеть, что мы втиснули этот фильм в строй попкорновых блокбастеров.
Переосмысление истории самого знаменитого человека в трико силами Зака Снайдера, Кристофера Нолана и Дэвида Гойера, фильм, который ошибочно принимают за наследника традиций, заложенных трилогией о «Темном рыцаре». Мол, новый Супермен тоже будет мрачным, атмосферным и, самое главное, реалистичным. И вот тут стоит понимать две важные вещи. Во-первых, это работа Зака Снайдера, а не Кристофера Нолана. Во-вторых, снять настолько же правдоподобное кино о супергерое, как случилось с Бэтменом, не получится. Хотя бы потому, что Супермен – парень, способный регенерировать, крошить голосом алмазы и летать в космос. Но разве это может расстраивать? Сейчас же вернитесь в свою машину! Не надо выходить! С горем пополам голливудский долгострой с Брэдом Питтом во главе близится к премьере. Характерный актер Питт всю карьеру старательно обходил стороной боевики, выбирая проекты в угоду своим драматическим талантам. И оттого вдвойне странно видеть его в масштабной постановке про мировой зомби-апокалипсис. Но если идея и сценарий зацепили лицедея, значит неспроста. Значит, есть потенциал, и зритель, возможно, останется доволен. Ты что, с конем говоришь? Отчего я весь в грязи? Я тебя похоронил. Но почему я жив? «Одинокий рейнджер» — фильм, который сдерживали десятки незримых нитей обстоятельств, и который смог все-таки вырваться и проломать лбом двери в реальность. Вестерны — опасный жанр в Голливуде. И если бы не успех «Железной хватки» братьев Коэн и дерзкому Джанго Тарантино, лента «Вербински» могла бы и не состояться, даже учитывая присутствие Джонни Деппа в очередном безумном образе. Бюджет фильма резали, из сценария выбрасывали потенциально дорогие сцены, переносили дату начала съемок, но к ним все-таки приступили, что не может не радовать. Что обрадует еще больше, если на выходе получится новая успешная франшиза уровня «Пиратов Карибского моря». Предпосылки есть. Депп на месте, перспективный красавчик в главной роли, Гор Вербински у штурвала, а Джерри Брукхаймер зорким соколом сверху. Амбициозный ответ Гильермо дель Торо судьбе злодейки на последние неудачи. Вязнувшим в болоте, напомним, съемкам «Хоббита» режиссер помахал пятерней, проект же его мечты «Хребты безумия» прикрыла Universal. Можно долго вспоминать о смелой задумке тихоокеанского рубежа, хватах ленты, актерском составе без больших звезд, вот только гораздо проще сказать, что это фильм про очень больших человекоподобных роботов, сражающихся с армадами морских чудовищ. Этакий, простите, Power Rangers. Годзилла за сотню миллионов долларов. Все остальное в частности. Наша компания может все. Я могу сделать тебя смертным. –
Наследие Даррен Аронофски, который одно время значился постановщиком «Росомахи», все еще прослеживаются в фильме. Грубо говоря, это перезапуск, позиционирующийся как сиквел. Самое интересное в том, как подхвативший знамя Джеймс Мэнголд, режиссер на минуточку идентификации и переступить черту, экспериментирует с формой. Он опирает фантастические элементы на условную реальность, представляя историю Логана под более личным углом и в отрыве от команды X. Напрашивается аналогия с Ноланом и его Бэтменом и началом, однако там случай особый. Мэнголд не кидается в крайности и действует в рамках вселенной Марвел и не использует героев в качестве театра теней для решения собственных сверхзадач. Дружелюбный постмодернизм, тоже хотим сказать, достижение. Элизиум для Нила Блоком посродни испытанию второй пластинки, которое должно показать, случайен ли был предыдущий успех или перед нами действительно новый Кэмерон. Узнаваемо вырисовывая мрачное будущее с жестким делением на толстосумов и малоимущих, режиссер задастся острыми социальными вопросами, намекнув на проблемы в мире реальном. Нечто подобное он уже провернул в своем «Районе номер 9», удачно замаскировав в истории про инопланетян аллюзию на апартеид. Те, кто не желает высматривать подтексты, в принципе ничего не потеряют. Ведь, кроме всего прочего, Элизиум — это мощный боевик с интригующим сюжетом, необычным дизайном и лысым Мэттом Дэймоном, ищущим справедливость с футуристической винтовкой в качестве аргумента. Один из самых непредсказуемых в плане финального результата блокбастеров 2013 года. Хорошие новости. В сценаристах Миллер и Снайдер плохие, за режиссера отвечает совершенно неизвестный Ноан Муро. В любом случае, зрелище предстоит еще то, и уже сейчас можно делать ставки о наличии в приквеле таких мощных фраз, как в оригинале «Это Спарта». Да, Батлера тут будет не хватать. Заклеванные критиками хроники Риддика не загубили в Винни Дизеле и его друге Дэвиде Туи идею продолжить приключения фурийского убийцы. Это упорство интересно само по себе. Если кто не знает, еще на стадии препродакшена проекту перекрывали кислород скудным финансированием, а уже в процессе съемок, опять же из-за проблем с бюджетом, вешали на павильоны замки. В итоге, когда все осталось позади, довольный Дизель выдал в Твиттер примерно следующее. Ночью посмотрел черновой монтаж Риддика. Это нечто невероятное. Короче говоря, парни переломили все палки в колесах и движутся к финишу. Приедут в сентябре. Голливуд наконец добрался до экранизации романа Орсона Скотта Карда о борьбе человечества с инопланетными захватчиками-жукерами, изданного еще в 1985 году и получившего престижные премии Небьюла и Хьюга. За рулем проекта Гэвин Худ, известный прежде всего по «Люди Икс» начала «Росомаха», а в ролях будущих спасителей Земли перспективный молодняк под предводительством самого Харрисона Форда. Однозначно любопытно. Yeah.
боги Асгарда возвращаются на Землю. Типичное продолжение кассового блокбастера, уверенно чувствующего себя благодаря успехам «Мстителей». Самый, пожалуй, интересный момент сиквела — смена постановщика. Вместо Кеннета Брана, английского подданного и интеллектуала, пришел Алан Тейлор, сделавший себе имя на ТВ благодаря режиссуре таких сериалов, как «Клан Сопрано», «Рим», «Безумцы» и «Игра престолов». За последние и взяли. Марвел, как известно, любит рассчитанные эксперименты. Что касается сюжетной арки, она предсказуема уже сейчас. Впечатать молот Тора в челюсть очередного злодея, вернуть Джейн Фостер и пустить концы к сиквелу «Мстителей». Аккуратное, как и первый фильм, кинопереложение истории Китнис Эвердина, ее борьбе за жизнь на втором туре «Голодных игр», любовном треугольнике и сопротивлении диктаторам Капитолия. Гэри Росс снимать сиквел отказался, так что за дело взялся другой крепкий отличник — Фрэнсис Лоуренс, создатель «Константина», «Воды слонам» и «Я легенда». Попутно студия уговорила Филиппа Сеймура Хоффмана сыграть Плутарха Хевенсби, нового распорядителя игр и тайного помощника Китнис. Первые «Голодные игры» были неторопливой картиной, что понравилось далеко не всем, но в продолжении мало что изменится. Впрочем, связанный крепкий боевик — это все же не худший вариант. Второй фильм трилогии о Бильбо Бэггинсе. Неожиданное путешествие приводит его к одинокой горе, в недрах которой сбросил оковы многолетнего сна дракон Смог. Фееричная и очаровательная космических размеров фэнтези-сказка. $1 миллиард в кошелек студии и калейдоскоп эмоций в душу зрителей. Кажется, кинотеатры ради такого и придумали.